Добрый день, меня зовут Иван Комлев, я директор по качеству завода Террафрига. И сегодня я вам расскажу о воздухоохладителях Террафрига 350 серии. Они поддерживают требуемый температурный режим на производствах, складах, фермах, сыроварнях, овощехранилищах, а также любых других помещениях, где требуется точное соблюдение температуры для сохранения свежести и качества продукции. Воздухоохладители TFE 350 – это высокая производительность и гарантия 24 месяца. 27 моделей в линейке, производительность от 3 до 24 кВт. Начнем с внутреннего наполнения. Медно-алюминиевый теплообменник собственного производства обеспечивает надежную и стабильную работу агрегата. Оптимальная толщина ламелей, оребренная труба, три варианта шаговой амели – все это позволяет гарантировать требуемую производительность. Каждый теплообменник проходит строгий контроль УТК на 100% герметичность. Технология SFT защищает от перетирания трубок, исключает риск преждевременной поломки оборудования и, соответственно, простой потери качества вашей продукции. Оребренная труба, по сравнению с аналогами, обеспечивает лучшее распределение потока фреона и тем самым увеличивает производительность воздухоохладителя до 15%. Распределитель жидкости разработан так, чтобы гарантировать максимальную эффективность теплообменника в различных условиях работы. Его преимущество – точное и равномерное распределение фреона, обеспечивает не только постоянную и стабильную работу воздухоохладителя, но и однородное образование инея, что позволяет производить разморозку реже. Для холодильных камер с поддерживаемым уровнем температуры ниже 4 градусов и большой вероятностью нарастания инея в 350 серии есть агрегаты с электрической системой оттаивания – ТЭНами. Их наличие обеспечит своевременную оттайку, сохранит стабильную работу агрегата и в то же время не увеличит энергопотребление. Уникальное покрытие TF Guard увеличивает срок службы воздухоохладителя, защищает от коррозии, идеально подходит для регионов с высокой влажностью. Перейдем к наружным элементам. Крепкий устойчивый корпус из оцинкованной стали защищает узлы от воздействия внешних факторов и агрессивных сред. Обеспечивает бесшумную работу. Не требует специального ухода. Удобный и простой доступ к внутренним элементам агрегата, боковые дверцы и откидной поддон. Позволяет упростить процесс обслуживания и монтажа и защищает воздухоохладитель от возможности неправильного вмешательства. Вентиляторы EBM, стабильная эффективность охлаждения, высокий КПД, длительный срок службы и безопасная эксплуатация оборудования обеспечивают бесшумную работу воздухоохладителя и низкое энергопотребление. Соответствие стандартам ЕНВ обеспечивает верный подбор оборудования и позволяет исключить ошибки при расчете необходимой производительности, соответствует требуемым температурным режимам.